Арина Аверина. Это, они близняшки? Они близняшки, да, две девочки. Вот ощущение такое, что Дина еще раз вышла и опять по новой начинает свои упражнения. Конечно, мне очень интересно, каково это соперничать со своей сестрой. Они тренируются у одного тренера, Вера Николаевна Шатальна. Да, это... Не знаю, мне, конечно, это незнакомое чувство, но мне кажется, психологически это такой очень тяжелый момент. Вроде и хочется выиграть, но... А с другой стороны, ведь сестра это, ну, самый близкий человек.